так как в нашей местности очень много клещей, заказали еще на шиншилке. Ну давай, ладно, давай. Такое средство от блох и клещей. Написано 250 миллилитров. Frontline. Мы берем его не первый раз. Нам хватает такого флакона достаточно надолго. И на котов, и на собак. Тут инструкцию можно почитать. И в интернете. То, что мне очень нравится, это удобный распылитель. То есть здесь вот есть стрелочка, где он закрыт. Ты его проворачиваешь. То есть, соответственно, ты его уже открыл. И здесь есть орошение, то есть более, как это называется, распылитель и одной струйкой. Вот. Настраиваешь, как тебе надо, там, на шерсть эту, под шерсть, до кожи дотянуться. И распыляешь. То есть оно тут автоматически фиксирует, когда ты провернула, но здесь вот эта кнопочка срабатывает, то есть оно разбрызнется через эту штучку. И как поднимаешь шерстку и под нее, то есть не скупаются все вокруг, когда ты будешь его разбрызгивать. Достаточно удобно, и объем, и бутылка. Все хорошо работает. Клещей не наблюдали при обработке. Получается, каждые 3 недели 4 уже она не дотягивает, а 3 вполне достаточно для того, чтобы клещи не хватались на животное. Ну и вот, собственно, все.